Стоять! Бросай оружие, это в твоих интересах. Комиссар, он же сдался. Я не доверяю типам с оружием в руках. Лучше предотвратить, чем потом сожалеть. Без комментариев. Да. Да. Да, хорошо. А кто занимается этим делом сейчас? Комиссар Фрага? Да-да, я с ним знаком. Мы с Фрагой старые друзья, он поймет. Конечно, поймет. А теперь еще и Альдо в больнице не может давать показания. Но самое главное то, Сарлинго, что Яго Вальдес не виновен. Да. И что вы теперь собираетесь делать? Ждать, когда Альдо Сиренио поправится и даст показания. А еще искать доказательства того, что он убил Викторию, жену его брата. Неужели вы хотите поднять это дело спустя 25 лет? Срок не важен, важно найти виновного. Этот визит Лауры к Морене показался мне очень подозрительным. Прямо посреди ночи. Там меня таким кофе угощали. Да. Да. Да, сеньор. Как отстраняют? Меня отстраняют от дела? Но мое расследование очень продвинулось, сеньор. Кому отдали дело? Мне. С сегодняшнего дня я буду искать Яго Вальдеса. Я найду его. Живого или мертвого. Старый прием. Сначала стреляй, а потом спрашивай. Не так ли? Да. Он дает результаты, Фрага. Не понимаю, что ты здесь делаешь. Нравится тебе это или нет, но Альдо мой отец. Как он, доктор? Результаты анализов показали, что в крови Альдо присутствует высокая концентрация ядов. Получается, что Альдо отравили, доктор? Похоже, что да. Ты в курсе того, что я ничего не знала о яде? Только не впадай в истерику. По-твоему, я могу быть спокойна? Если Альдо Сиренио умрет, меня посадят за соучастие. Если ты не возьмешь себя в руки, посадят меня за то, что я тебя убью. Фабио? Да, бабушка, да. Ты не забыл? Нам надо поговорить наедине. А как мы сможем незаметно туда проникнуть? Не волнуйся, я что-нибудь придумаю. Смотри, кто идет. Как раз тот, кто нам нужен. Отлично. Послушай, я все готова сделать, но вы тоже не зарывайтесь. Лаура! Вы меня используете? Лаура, я бы не выбрался из этого дома, если бы не ты. Спасибо. Ладно. Я тебя попрошу об одолжении. Снова. Оставь Морену в покое. Ты не видишь, что ей от всего этого только хуже? Кто там? Это я, Лаура. Сельсо. Сельсо, открой. Прости меня, брат. Ну, наконец-то, Яго Вальдес. Не с места.